Я вижу, Болору не удалось задержать тебя. Хорошо, я воскрешу его, как только мы закончим. Может, поболтаем немного, раз уж у тебя все равно нет другого выбора. Должен признать, я ожидал увидеть здесь архимага Травина, а не его способного ученика. Я разочарован, что он не пожелал лично выступить против меня. За долгие годы я встречался со многими его предшественниками. Я даже почти полюбил Галериона, хоть он, возможно, и плохо сохранился. Но передо мной ты. У тебя достало способности зайти так далеко. Это много о чем говорит. Возможно, ты послужишь мне не хуже Травина. О, дорогуша, я не говорил, что у тебя есть выбор. Я сделаю тебя еще одним в длинной череде рабов-червя, а затем займусь твоим изучением, а душу твою я изыму. Могущество, мой дорогой друг. Мне нужно могущество, поэтому я собираю и изучаю тех, кто обладает им хотя бы в некоторой степени. Мы ведь в каком-то смысле похожи. Твоя гильдия и я. Вы волнуетесь о добре и зле, не понимая, что они суть проявления одного и того же. Поэтому вы называете меня злодеем и тщетно пытаетесь уничтожить меня. Я наблюдаю и жду, и коллекционирую вас, когда вы приходите ко мне. Я собирался выманить Травина, но получил тебя. Возможно, я сам пойду и заберу его, когда закончу здесь с тобой. Тварь! Ты думаешь, я под... Давай покончим с этим. Покажи мне, что ты можешь. Умри, 1000%. Ты падешь от моей руки,
Thank you.
Не дашь ли монетку? Как ты сегодня? Приветствую тебя. Как бы мы узнавали новости, не будь его. Я предпочитаю слушать, что говорят мне. Что-нибудь понравилось? Тебе понравится лавка под названием «Бей и круши». Давай займемся делом. Прощай. Пусть твои дороги будут безопасны. А, ты должно быть недавно в университете. Скромный я слушаю тебя. Архимаг, с возвращением. Манимарко повержен? Я не могу поверить в это. Короля червей больше нет. Я получил записку от архимага Травена. Я знаю, как много он сделал для нас, и что он выбрал тебя в качестве своего преемника. Я буду скорбеть о нем, когда останусь один. А сейчас... Я не могу не радоваться. Гильдия в безопасности, и я благодарен тебе за это. Я уже разослал извещение во все наши отделения о том, что ты являешься теперь главой гильдии. Поздравляю, архимаг. Милона Умбранокс, Ариана Валга и Нарина Карвейн прекрасно управляются со своими графствами без помощи мужчин. У архимага есть привилегии. Помимо права беспрепятственного пользования всеми помещениями гильдии, есть еще одна услуга, доступная для тебя. Жюльен Фанис давно уже начала помогать архимагу Травену в сборе алхимических ингредиентов для ведения его личных исследований. Теперь ты, архимаг. Уверен, она предоставит свои услуги и тебе. Поговори с ней, когда будет время. Она обычно бывает в лустраториуме. Прощай!
Какая встреча? А, ты должно быть не там. У тебя руки кузнеца. Для меня радость говорить с тобой. А, да. Архимаг Траван очень любил экспериментировать с зельями в свободное время. Даже мне было трудно удовлетворять все его запросы в ингредиентах. Но мне все же удалось найти решение этой проблемы, зачаровав для него уникальный сундук. Ты найдешь его в своих покоях, покоях архимага. Раз в неделю можно поместить в этот сундук некий ингредиент. Выждав сутки, найдешь в сундуке изрядное количество экземпляров этого же ингредиента. Но не забывай сразу же забирать их оттуда. То, что останется в этом сундуке на всю неделю, будет уничтожено. Упреждая вопрос, скажу. Сундук работает только с ингредиентами. Осторожнее с тем, что помещаешь туда. Не хочу нести ответственность за последствия. Если тебе попадутся необычные ингредиенты, не забывай обо мне. Приноси их сюда. Надеюсь, я смогу помочь. Чем я могу заинтересовать тебя? Если тебе попадутся необычные ингредиенты, не забывай обо мне. Приноси их сюда. А, ты должно быть недавно в университете. Доброе утро. Приветствую, мастер Вал. Монетку для старого...